І до інших тем. Управління захисту прав споживачів Держпродспоживслужби в області оштрафувало на 8,5 тисяч гривень дніпровського виробника шкільної форми за обман покупців. На ярлику виробник вказував неправдиву інформацію про склад тканини. В ходе наших проверок мы обратили внимание на то, что в маркировке, которая значится на школьной форме, были существенно сделаны нарушения именно нашими предпринимателями, которые у нас и есть производителями в нашем городе. Было написано 100% бавовна, але выявилось, что в склад отобрали образцы продукции на исследование, и было, в ходе исследования было выявлено, что 50% полиэстера, 50% бавовны.